Решительно приветствую верных воинов священного империума человечества. С вами ваша легальная девочка Псайгерная Вармор. И мы возвращаемся на Кеву Гамма. Тот самый мануфакторум, где у нас были небольшие проблемы с боевым режимом. Мы чуть-чуть перезашли, совсем чуть-чуть, самую малость. И да, вот эта лава, которая шваркает нас дебафом по здоровью. И да, сервитор оскверненный, который мы починили от скверны, помогает нам в бою. Не особо сильно нужно, мы и сами разобрались. Давайте заберем заодно лут и посмотрим, куда же нас привели. Для начала к агитаторам. Ноль управления не реагируют на ваше прикосновение. Система заблокирована и говорит, давай хер пароль. Есть глефа, топор амнисии. 15-19, у Паскаля лучше, поэтому так и оставим. Есть еще пара ловелочков, которые неплохо было бы прокачать. Мы, наверное, их прокачаем. Ну, прям скажу, что планета явно рассчитана на... менее развитой отряд. Для того и придаются нам сервиторы. Если вдруг мы сами не вытащим процесс. Еще немножко грузиков. Опять же лутаем сами себя. Знание варпа. Знание варпа говорят, что мы ничего не знаем, да? Или не с этой стороны. А, с другой стороны, пардоньте. Пардоньте. Вечная боль и печаль, мы слишком глазастые. Здесь кто-то был. Хорошее место, чтобы спрятаться. Или устроить засаду. Кровь, смешанная с машинным маслом, едва видна на темном полу. Вывод, полы мыть надо чаще. Ох ты мать. Ох ты мать, ох ты мать. Там где-то отключалка должна была быть. Плюс ловушка. У, пробежали, лечимся. Нахватались каждый травм. Арджента, давай. Отключаем из... А где Арджента? Все хорошо. На полу видны темные пятна, смазанные, словно по ним кто-то прошел по направлению к мосткам. Для начала, куда нам нужно? Сюда, туда или обратно? И дальше, здесь есть... Ух ты мать. Какое дивно неудобное место. А ну давайте к агитаторам. Точнее, к трофею. Точнее, как мы могли отключить эту байду, мы не знаем, но как-то, наверное, могли. Паскаль. Сможешь, сможешь, молодец, красавчик. Так, здесь никто, здесь нигде. Можно, да, слушайте, можно спуститься вниз. Можно спуститься вниз к самым мосткам, а что мы здесь получим? Проверку ловкости. А ну давай. И мы попадаем в довольно странное место, которая нам позволяет сделать что? А, мы вернулись назад. Слушайте, мы вернулись назад туда, где мы встречали этого не совсем правильного магаса. А если мы вернемся вперед? То есть мы не все там проверили. Обходной маршрут построен, обходной маршрут понятен. Мы шли вообще вот сюда. Знание варпа. А, вы тоже с другой стороны. И здесь почему-то нет проверки навыка атлетики. Хотя, казалось бы, убери вот эту байду и можешь обойти просто шабуженько по стороне. Налево-направо и разошелся. Здесь никто, здесь нигде. Наверное, мы все-таки забрали здесь все, что есть. Хотя нет, хотя нет, хотя нет. Где-то вот здесь немножко лута есть. Вот они, трофеи. Но туда мы тоже не доберемся. Надо было у механиков карту попросить и... Вууу, Деменц. Смотрите-ка. Боевой сервитор и некто по имени Деменц. По крайней мере, не боевой. По крайней мере, сейчас. Лекс-механик. Ух, смотри-ка, живой. А ну говори. Перед вами маленький, сильно аугментированный человечек в изодранной грязной робе. При вашем приближении он нерешительно поднимает свой взгляд полный ужаса. Впереди у него все еще болтается на ремнях переносной инскрибер с клавиатурой. А из-за края капюшончика виднеется отсоединенный церебральный кагитатор. Не бойся нас. Deus Mechanicus. Техножрец решается оглядеть вас получше. После чего прерывисто вздыхает, находит все силы унять дрожь. Он услышал мои молитвы. Я думал, что остался в одиночестве среди царства безумия и порока. Молю, спасите меня. Расскажи нам, кто ты, что произошло. Я Лекс Механикус, мануфакторума Z86. Когда я отправлял ритуалы для машинных духов в 95-й оплавильни, до тех пор, пока братья не начала сходить с ума. Преданные амнисии жрецы вдруг стали ставить какой-то... славить восход, останавливать ленты, а потом осквернять лик священных машин нечестивыми знаками.
Были те, кто сопротивлялся их, но их хватали. А затем их импланты предавали ереси. Я сам видел, как безумцы, бывшие моими техносоратниками, нарочно подключали к несчастных, как сверхдневных агитаторам, и заражали мусорным кодом. И ты не остановил их? Фиксируй нарушение заповеди, будь стражем верным горна своего. Отступник Z86, твои доступы отозваны. Продолжай доклад. Поскольку ты бодрый, а? А сам бы ты что сделал? Как тебе удалось спастись от расправы? А мне не удалось. Меня тоже подвергли процедуре. Я ощутил касание нечестивого кода. Позволил ему править собой. Я оставил свой священный пост и следовал за одним из предателей, служа его воле, и собирая все данные в богохульных экспериментах. Меня вела нечестивая компульсия, идущая из самых недр моего доп-кагитатора, в котором гнездили код. За то время, пока я не нашел способ сбросить ярму, я был свидетелем ужасающей ереси, извлечения истинной плоти и ее декомпозиции на алтарях, извращенные процедуры, порождающие еретиховые ужасы. Я даже сопровождал падшего Магаса к самому фабрикатору-цензору, и был притемная миссия, что служил он лично. Этот злокозненный ритуал, полный намеренных вариативностей и нескрываемых погрешностей. Но для того, чтобы во имя последнего восхода сотворить богопротивное чудовище. Ой, ёж ты, матрёшь, там что-то нас ждет впереди нехорошее. Но ты говорил, что... сбросил с себя это ярмо. Хвала дарам амнисии, я успел отключить свой внешний кагитатор, который использовался для первичной обработки данных. Машина осквернена, мусорный код заперт внутри, словно в темнице. Но любой, кто пытается заглянуть в ее недра, станет жертвой еретической программы. Мой примитивный мозг был отмечен скверной. Я все еще вижу их силуэты, слышу помехи и ощущаю сбой в аугментике. Но все же я был спасен великой жертвой. О, блаженны деяния амнисии. Хендрикс едва заметно напрягается после слов механика. Вы видите, как его рука невзначай соскальзывает на рукоять оружия, но дознаватель не торопится действовать. Но ясно понятно, что с ним будет. Пауза за чудовищем. Нет, не те конструкты, что плавают в котлах и отправляют в глубину Волфакторума. Это какое-то подобие кагитатора. Кошмарное пародие на священную машину, что вместо благости амнисии питается нечестивым духом и жизненной силой несчастных. Я знаю мало, но фабрикатор Цензор, для него эта машина была особенной. И для него, и для этих безумцев, которые хотели осквернить обитель амнисии своей непотребной хулой. Для финального ритуала он даже призвал одного из еретиков Астартес. Твою же налево, да нам было мало, да? И только после этого они включили эту байду. Это истинное исчадие, даже находиться рядом с ним невыносимо. Кажется, даже те, кто лишен блага амнисии, ощущают ее влияние на себе. То с твоими братьями. Словно благость амнисии их покинула. Они брались за сквещенные инструменты и сотворяли оболочки и узлы, не соответствующие ни одной схеме. Светотатство. А на нижних уровнях у тебя непосвященные слуги основных корпусов, которые живут в изолированных сегментах под машинными залами. Их заперли после переворота. Потом безумившие братья изменили систему отвода раскаленного шлака и списали машины проклятыми символами. После того, как агитатора запустили, из сегмента под машинными залами притаскивали выживших, или то, что от них осталось. Для случайно выжившего ты хорошо помнишь все. Я Лекс-механик. Смысл моего существования — собирать данные. Для этого меня использовали. Использовали не по моей воле, конечно. Мусорный код превращает каждого в раба. Да, что скажешь? Слугам неси, я должен знать больше. О последнем восходе, фабрикаторе центре и его миссии. И о машине тоже. Я могу указать координаты, но... Лекс-механик опускает голову. Хоть я и был при множестве богохульств, но все детали были подмечены и обработаны моей истинной памятью. Они остались воскрененным мусорным кодом аугментики. Я уверен, что если бы не успел побороть внушенную мне компульсию, то был бы обречен. Скверно коснулся бы и моего биологического квитатора. Клянусь, ни один благочестивый техножрец не должен прикасаться к тому, что скрыто в этом устройстве. Выражение лица Хендрикса меняется. Он пристально смотрит на включенный имплант, все еще целые коннекторы, торчащие за воротник Алекс-механика. Край его рта невольно дергается. Раньше мы его до тика-глазика доводили, а теперь у него еще и рот дергается, бедняжка Хендрикс.
Можно ли подключить его к другой машине? Даже если бы сама идея поразить священную машину мусорным кодом не была бы мне богопротивна, моя аугментика не столь универсальна. Понятно. Иными словами, есть только один способ. Хендрикс, не надо. Фу, Хендрикс, фу. Голос дознавателя становится сухим. Лекс-механик мог видеть и слышать многое. Мне необходимо содержимое когитатора. Не-не, все что угодно, только не это, я погибну, нет, даже хуже, я отдам себя скверни, прошу, умоляю. Лучше сожгите, как еретика, только не мусорный код в биологическом когитаторе. От слов человека Хендрикс на секунду замирает, словно колеблясь. Не оказался в сопротивлении врагам амнисии, объект Z-86 утратил благодать машинного чина и был переведен в статус с ресурса Манфакторума. Допущение осквернения и мучения сего ресурса во благо борьбы с ересью не будет считаться грехом. Какой молодец, Паскаль. Хендрикс, одумайся. Лидеры культа не стали бы что-то важное показывать при свидетелях. Нам нужно знать, где находится агитатор. Пускай разговоры ереков и не важны, но я должен знать, почему машина была для них так ценна. Я скажу. За мышечную память у меня отвечает иная аугментика с накопителем данных. Я помню, куда ходил и как нажимал пальцами. Вот координаты и код. Наверное, куда-то отсека. Это подданное твоего мира, Геката. Тебе решать его судьбу. На корабль очистить, отмыть, причесать. Там посмотрим. Чрезмерная доброта, Геката, приводит хороших людей к бедам. Будем надеяться, что скверно затронула аугментику, а не душу. Тебе бы всю планету взрывать. Может, ты золотой. Так, ну допустим, давайте проверяем, куда мы можем спуститься и где нам двигаться дальше. Это тут места особо и нету. Агитатор номер 2. По экрану бежит повторяющийся строка технолингва. Так, еще немножко, что такое? Да какого черта? Это... Ух ты, етишный бог! В смысле, бог, император, помоги нам. Фабрикатор Цендес Сензор Кубикус Дельфим. Массивный магас в ритуальном одеянии издает бинарную трель, поворачивается к вам. Из-под низко надвинутого капюшона на вас взирают два тускло светящихся глазных импланта. Там светится минимум 4. Если что. Допустим. Ты еще кто? Ты смеешь обращаться ко мне на грязном языке дикарей? Ко мне, наместнику Кьявагамы, велителю машинного мира. На колени жалкое отродье, если хочешь быстрой утилизации. Ты, ничтожный, предложил вольному торговцу, то есть мне, опуститься на колени? И даже не сказал «пожалуйста». Даю тебе 5 минут на посмертную молитву. Ты один из тех троглодитов, что некогда имели наглость понукать моими братьями и перечить моей воле. Что ж, появление твое — прекрасная возможность преподать подобный урок. Мое имя — Кубикус Дельфим. Некогда я носил звание фабрикатор центра Манфактурума Кьявагамы, но я отверг его, как и прочие путы, мешающие прогрессу. Моя вера была полна изъянов, вела наивных глупцов в культомеханикус во мрак неведения. Отныне я владыка этого мира и служу истинным богам. Ой, сколько раз мы это слышали, если бы нам за каждый раз давали по доллару... Но не дают, жадные все. Как старший функционирующий член Братства Марса, я, магас Паскаль Хайнеман, объявляю сей храм бога машины скомпрометированным и запрещаю служение в нем. Я низлагаю с трона фабрикатор Цензора, предавшего амнисию, и предаю анафеме внедренные им установленные процедуры. Да будет прерван цикл запущенных и богохульных операций. Паскаль Пелик — это то же самое на бинарном? Хайнеман, ты не он, лжец. Деменс Хайнеман послужен мне. Его разум открыт голосам пустоты. А рожденный им мусорный код оберегает мой мир. Ты ржавый отброс из касты отщепенцев-эксплораторов. Ты не смеешь нарекать себя невежественным. Так, мы нашли Деменса, мы его уже видели. От фабрикатора Цензора мы ждали более чего-то умного, чем впасть в ересь. Я выдерну твой позолоченный столб и сделаю из него оплетку до полевого посоха. Понятно. Где губернатор?
Устранение бесполезных артефактов было первым шагом к переоснащению мира. Понятно, губернатора можем не искать. Бедняга Гапрак. Он мне еще 10 лет назад говорил, что ему не по себе присутствие достащимых жестяных братьев. Осторожно, как сетовал, что ему не досталась нормальная планета. И был прав таким. Это мой мир, и он будет моим. Даже поверхностный анализ показывает, что вероятность такого исхода ничтожна. Ты, как и твоя предшественница, лишь артефакт вычислений. Не знаю, видела ли зрелище более причудливое, чем Манкай, соревнующийся с другим Манкай в неповерной гордыне. Ирлиет, молчи. У нашего Хенрикса уже и рот дергается. Договоритесь вы все. Все довольны, все согласны, что он еретик. Я выношу тебе смертный приговор. И сейчас же его исполню. Братья, очистите мануфактурум от случайной переменной. Ну да. Толпа низших, ничтожных существ с какими-то палками-ковырялками. Вы думаете, что они напавшие? Они нам помешают, о чем вы говорите? А вот сломанный лифт может помешать. Давайте, быстренько с ускоренными боями. Вижу пятерых, не вижу препятствий. Челут где-то должен был быть. Вот здесь. Спасибо. Трое здесь, пятеро там. Давайте пятеро здесь, по трое там потом. О, что мы видим? Мы видим дверь. Может, туда входной есть? Вази. А если тут есть обходной, то мы же не торопимся никуда. Взрывотехника. Обезвредили. Агитатор. Вы замечаете несколько глубоких царапин на металле, оставленном огромными когтями. Но машина в рабочем состоянии. Аварийное опускание моста. Медлив, словно спросонья, машина все же выполняет данную ей функцию. Неожиданно, правда? Что у нас в логе? Перечень активации моста. Тоже пойдет. Обойти можем, обойти не можем. Или можем? Да, можем стену взорвать. Агран убегет... Лингва их. Бинарная. Атлетика плюс 10. Кстати, выход. Да не особо-то мы их обошли, если что. Агитатор. В глубине металлического корпуса что-то протяжно воет. Словно машины духи агитатора оплакивают некую безвозвратную потерю. Ломаем. Ваших познаний о природе машинных духов хватает, чтобы обмануть систему и подчинить ей функции своей воли. Ложный запрос, и вы добиваетесь своего. Получайте доступ к системам агитатора. Машины дух вам не помеха. При смерти после поражения он скрывается в недрах своего логова. Пробуждаем. Машина все же исполняет нужную функцию. Хорошая функция. Минус нули, надеюсь. Забрали все, что забрали. Вот это удобно. На хитрость, так сказать. Сим-сим открылся, сим-сим отдался. А, но почему-то не всех мы добили. Даже не добили тех, которых прибило вагоном. Хотя должно было, зараза, прибить вагон, уже за война. Давай, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Хендрикс внизу. Быренько разбирается. Паскаль где-нибудь здесь сверху. Взад заходит Арджента с нами рядом. А Бильярд тоже на Магаса пошел. Ирлиет. А, где тебя вставить, я не знаю, поэтому давай сюда. Скверненная территория все еще с нами. Поехали. Раз.
Ну, во всяком случае, это было несложно. Долго, да, но несложно. Так что собрались. А лут, я думаю, что подберем потом по факту уже. Когда будем покидать локацию, тем более, что, ну, какой у них там лут может быть? А машинка вот эта что? Как этот скрит разбитой панелью и ничего не... умирающий техножрец, вот это интересно. Груда человеческих останков, небрежно сваленных в единую кучу, издает одушающую вонь. Неожиданно из новопотрошенных тел одно из них слабо шевелится, губы его слабо движутся, на полузакрытых глазах трепещут веки. Человек едва дышит и без своего импланта-респиратора. Каким-то чудом он пережил эту страшную вивисекцию. Однако одного взгляда на его раны понятно, то на месте вырванной аугментации достаточно, чтобы понять, что смерть вопрос времени. Словно почувствовал ваше присутствие, он переводит взгляд на вас. Дух машины, избави меня. Бинарный реквием из вокса Паскаля звучит торжественно и мрачно. При звуках его изуродованное лицо искажает слабая гримаса, напоминающая улыбку. Ну кто это сделал с ним, мы понимаем. Ну крепись, я помогу тебе. Нет, меня лишили благодати Deus Mechanicus. Не трать сил, выслушай мою исповедь. Святейшие магицы предались ереси. Остальным осияли истинную плоть на потребу ереси. Храни нас, избави меня от греха. Жертва, живая кровь из истинной плоти, пока бьется сердце, потом забвение. Я знал, что ты придешь. Я ждал так долго. Избави от страданий меня. Варварство, говорит Ирлиет, страшная участь, говорит Арджента. Ну что же, можем прервать его страдания. Это будет благодеяние. Можем оттянуть смерть, оказав медицинскую помощь. Но это скверно. Явная скверна. Поэтому... Ступай ко мне, Си.
техножрец. Ты держался и заслужил. Техника плюс 15. Устройство, которое сейчас явно служит для разрубания тел на куски, когда-то было простым вентилятором охлаждения. Да, не лучшая ситуация. Мы накажем этого Демьяна или Дементия, или как его там зовут. Подожди. Да, сколько ж тут ловушек-то. И как хабайте. Давайте по порядочку номеров, может быть, по краю обойдем, не? И куда нам вообще нужно двигаться? Аргента пошла. Один есть. Второй есть. Третий есть. На всякий случай четвертый тоже есть. Забрали. Вот куда нам нужно. А где тело девалось-то? Ой, чую, нехорошее нас ждет. Ой, чую, нехорошее. И трофеи в мусорной корзине. Оскверненный алтарь амнисии. Печати чистоты сорваны. Пластины информации со священным кодом окрашены всякими еретическими надписями. Мы эту сторону видели с другой стороны, да? Когда мы сверху пытались зайти. Упс, взрывотехника пошла. А вот и космодесантник Хаоса, а это мы удачно зашли, да? Нам обязательно с ним встречаться. Может быть, он как-то сам порешает свои проблемы, не? Или расплавленный металл на него сбросить. Тоже вариант. Чем мы сюда зашли-то? Здесь никто, здесь нигде. Ни один кагитатор не наш. Что нам говорит карта? Мы пропустили лут и заход в другую локацию. Давай сюда. Забрали. Забрали лут. Техника плюс 0. Вагон заполнен отбросами, деталей из мещеной плоти и проводами. Это то, что извлекали из бедняжек наших этих механикусов. Вот что. Оскверненный ржаволочий или что? Деменс, техножрец, погруженный в чтение инфопластины, поднимает на вас взгляд. Его респираторный аугмент удален. Вместо него нижнюю половину лица покрывает мертвенно-белая искусственная плоть. Вы замечаете множество свежих аугментов, присосавшихся к его голове. Они внедрены в плоть беспорядка, раны не обработаны и гноятся. Я тебя слышал, ты фон Валанциус, не так ли? Паскаль обменяется с ним серией сигналов. Инициирую процедуру ареста. Данная единица использует фальшивый код идентификации, что является грехом четвертой степени. Представься. Меня зовут Деменс Хайнеман. Думаю, это имя тебе знакомо. Утверждение ложно. Обвиняешься в краже личности. Я виновен во многом, но не в этом. Я ничего не крал у тебя, мой технобрат. В отличие от многих иных, кто их прямо ограбил тебя? Объяснись. Я имею право на это имя. Оно мое скромное наследство, доставшееся от архимагаса Амарната. Отказаться от него значило бы предать его идеи. Благословенный Амарнат учил, что цикл должен быть прерван, и я, похоже, стал его лучшим учеником. Теперь я стремлюсь знать все, постигать все, как завещал Амнисия. Богохульство. И ты будешь уничтожен. Такс, и к чему мы ведем? Я расшифровывал великую тайну, и мое имя стало к началом ключа. Проанализировав архивы, я обнаружил его там, где оно быть не должно. Ханеман, Ханеман, Ханеман. То тут, то там я видел этот маркер, которым помечены следы великой интриги, следы обмана, сотворенного архимагом Амарнатом.
Изуверское хитроумие, на которое не способен здравый разум. Но мое сознание уже не было здравым, не умещалось в тесных рамках нормы. Каждое новое открытие ослабляло императив покорности. Короче, оправдание ереси — это оправдание ереси. Покажи свою истину. Техножрецов заращивает пластину к вам. Его видскрин покрыт... Чу-чу-чу-чу. Не надо меня так пугать. Отключение монитора внезапно. Видите, какая техноересь, даже у Невера монитор отключается. Поговорить. Покрыт зелеными рунами, пляшущими богопротивный танец. Аскаль бросает презрительно. Твои вычисления иррациональны и полны ошибок. Но все равно верны. Что это? Нечестивая бессмыслица. Предательство чистой логики, плод больного разума. Воняешь скверной. Ты предвзято, потому что твой разум темен, мирянка. Ты еретик, не так ли? Всего лишь искатель знаний. Угу, все вы так говорите. Давайте просто о хорошем. Паскаль, как его разобрать на этап части? Не надо скрытничать, пускай она понимает. В случае добровольной сдачи в плен, я готов смягчить кару с немедленного уничтожения до ареста и изоляции с целью полного допроса. Мудро. Забрал отклонен, технобрат. Тебе придется вырвать из моей головы то, что я и так знаю. Чего я не удивлен? Оскверненный ржаволов. Оловщий, вот как это называется. Что-то мне подсказывает, что лучше бы мы сражались с этим гребаным космодесантником хаоса. Он хотя бы был один. Так, ну что, давайте по порядку номеров. И быстренько-пребыстренько. Ну, это было не так же сложно. Застыв, Паскаль молча взирает на труп Херитека. Наконец-то он грубо произносит: «Я забираю его энергогитатором. Информация должна быть изучена с целью дополнения катехизиса, эксплуатации и обслуживания. Она точно не заразная. Ценность сведений оправдывает риск». Склонившись над трупом, он активирует бур и погружает его в месиво аугментации покрывающих череп еретика. Ну и ладушки, ну и замечательно. А мы с этого дела что-то поиметь можем или не можем? Господа. Деменс, немножко лута. Мы получаем плазма-ружье. Дерьмо высшего качества пенетрации. И что это такое? Мишанина стали проволоки аугментации, как вот... какой-то безумец вылепил страшное чудовище из них.
Я вас услышал, мы движемся дальше. Мы находим перчатки очищения. Плюс можем поставить лестницу, и я так понимаю, что подняться на второй этаж, да? Да. Там, где мы были. Нам туда не надо. Нам скорее надо сюда. Распятое тело, полностью лишенное аугментации. Погиб от несвежего пирожка. Вот и нам подсказывает, что у нас только один ход. Оскверненный алтарь амнисии тоже. Жуткая конструкция, собранная не пойми чего. И ход этот почему-то лежит через гребаного космодесантника Хаоса. Хотя нет, можно в обход пойти. Можно попытаться немножко выжить. Допустим, по лесенке вперед. Вот сюда, 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 сюдашеньки. Обошли. Посмотрели. Обнаружили еще одну ловушечку, я вас услышал. И просто без вариантов, кто должен в нее попасть, да? Да, отсюда мы заходили. Значит, еще одна ловушечка, Арджента. Я тебя поздравляю, моя девенька. Тебе повезло. Ух ты, ёх! Обжигало сразу всех. Массивное устройство подъемник для транспортировки деталей. Киберстраж запрашивает код доступа, который вам неизвестны. Я даже знаю, кому они известны. И придется нам сейчас с ним бодаться. Давайте. По крайней мере, у Хенрикса есть гранаты. И то счастье, и то хлеб. Ну, здравствуй, предатель императора. В смысле, не здравствуй, а сдохни, падла. Космодесантник Хаоса возвышается над склонившими головы техножрецами, словно мрачная скала. Гигант неторопливо, почти нараспев, читает проповедь. Ах ты, еще и проповедуют. Мы эту ересь не служим. Кощунство на земле имперского мира произносить такие слова. Нападаем. Смерть порождением хаоса. Чё, мы его еще слушали, а? Чё, думали тоже. Так, мы здесь. Хенрикс, борьба с ересью — это твой конек. Только так, чтоб с разбегом. Здесь. Ирлиет. Здесь. Паскаль. Тутчки. Арджента. Тутчки. И Абеляр. Тебе повезло, ты тоже пойдешь в бой. Ехали. Face, I have to eat this. I'll eat this. This is my stuff. As the Emperor commands, I have to.
Ну и что я вам скажу? Слабы нынче пошли космодесантники Хаоса. Вообще ни о чем. Да и приодеты вообще тоже ни о чем. Это было настолько изи-пизи, что даже смешно. Кто у нас есть, кто у нас идет? Так, господа, собираемся в бодрую кучку. Сервиторчики молодцы пришли. Единственное, что эти сервиторы, не знаю, может только у меня, но они иногда подглючивают бой. Совсем шушуть. А, дверь открыть. Через кагитатор. Да? Вроде бы да. А дальше нас ждет, скорее всего, встреча с самым главным местным бандитом. Ну, ее мы отложим на сладкое. Так что делаем маленькую паузу. Не забываем про наши телеграм, дискорды, ВКонтакт. Ссылочки все там же под видео в описании. Ну а увидимся уже немножко попозже. Во славу императора, конечно.